Что общего между мебелью, поездкой в Поднебесную и яркими впечатлениями? Все это соединено в мебельном туре в Китай, новым направлением в сфере обустройства дома и офиса. Мебельный тур в Китай – это поездка за покупкой качественной стильной мебели по выгодной цене. Поездку организуют специалисты, которые помогают выбрать и закупить товар, сопровождают все сделки, занимаются растамаживанием и доставкой груза в город покупателя. В чем преимущество такого тура, в отличие от похода в мебельный салон в своем городе или покупки товара через интернет? Первое. Низкая цена без ущерба для качества. Цены на продукцию в несколько раз ниже российских, даже с учетом доставки и таможенных пошлин. Купить мебель в Китае можно очень дешево, с учетом всех сопутствующих расходов, даже в сравнении с интернет-магазинами мебели из Китая в России, поскольку цены на товары в этом интернет-магазине включают в себя расходы на персонал, а также аренду склада. Известно, что в Китае очень дешевая рабочая сила. И там довольно-таки концентрированное производство. В Гуанчжоу расположено порядка 20 тысяч фабрик. И, соответственно, очень близко расположено производство и сами фабрики. Мебель из натуральных материалов, дерево, камень, кожа, бархат, будет стоить где-то в 3-4 раза дешевле, чем в России. Вот мы, например, считали, что стол, например, 2,40 на 1,5 метра из натурального мрамора и дерева с 8 стульями стоит в России 1 000 000. То есть это один из мебельных станков Екатеринбурга. Точно такой же комплект с доставкой и растаможкой будет стоить 300 тысяч вам, если вы купите во время мебельного тура. Второе. Действительно большой выбор. Такого изобилия представленной продукции вы не найдете нигде. В Китае сформированы не мебельные центры, а целые мебельные города. Третье. Новые направления в дизайне мебели и интерьеров. Где, как не в Китае, проявляются самые свежие веяния, с которыми вы сможете познакомиться. Четвертое. Отдых и знакомство с другой культурой. Пятое. Приятные покупки. Обременительные процессы таможенного оформления, доставки груза вас не коснутся. Это ляжет на плечи специалистов-организаторов. Днем мы были заняты покупкой мебели, а вечером, конечно же, мы отдыхали. То есть мы были в Гонконге, были в цирке. Ну, понятно, что перепробовали всю, наверное, китайскую кухню, которая там возможна, да, все рестораны. Всю растаможку, все затраты, все движения груза, то есть контролировал наш менеджер, которого зовут Евгений, огромное ему спасибо. Все было супер, поэтому мы только получали информацию, где, на какой стадии находится наш груз. Вам нужна хорошая, красивая мебель? Станьте участником мебельного тура в Китай, и вы сможете не только подобрать мебельные коллекции, но получите массу положительных эмоций от поездки и профессионального сопровождения тура. Компания «Китай-город» организует для вас мебельный тур в Китай. Если вы цените свое время и деньги, предпочитаете широкий выбор и высокое качество, это путешествие для вас. Звоните 287-08-78. Заходите на наш сайт www.kitaigorod.su. Мы делаем роскошь доступной.